Всем привет, ребят! И вы на канале LuBlackVlog. Сегодня я снимаю видео «Лето, ожидания и реальность». Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра! Как жарко! Сейчас побегу и мороженое куплю. Деревья, какая красота! Ну и где тут природа вообще? Да, три куста. Летом бывало и побольше. Что это вообще такое? Все, я ухожу отсюда. Лето. Все такое красивое. Только и делай фотки с деревьями, ведь они такие красивые. Эти листья, ну вы видели эти листья, они превосходные. Все такое красивое. Буду делать селфи хоть каждый день. Да, что это за лето? Что мне фоткать? Грязь? Ну окей. Потому что ничего другого фоткать не получится. Деревьев ноль, нормальной травы ноль. Придется фоткать то, что имеется. Надо позвонить подругам. Может быть, они со мной погуляют? Алло, Настя, ты сможешь выйти погулять? Да? Я тебя жду. Кир, выйдешь? Угу, все, я тебя жду. Еще Настя тут будет. Уля, ты придешь, ну плиз. Мне нужно еще один человек, ну пожалуйста. Да. Встречаемся около школы. Ты сможешь? Ура, спасибо тебе. Там еще будет Настя и Кира, ну и по логике я. Пока-пока. Надо позвонить друзьям. Может, они с тобой погуляют? Алло, Настя, будешь погулять? В Крыму лицо. Ну ладно. Кира, погуляешь? Уехала. Куда? К бабушке? Ну ладно. Уля, ну ты моя последняя надежда. Гуляй со мной. Все же разъехались. Кира уехала. К бабушке. Настя в Крым. Или ты одна осталась? Пожалуйста, погуляй со мной. И ты тоже уехала. Супер. Куда? На этот раз. В Таиланд. Ну ладно, пока. Ах, какие красивые цветы. Какая красивая клумба. Цветы такие красненькие. Такие яркие, такие летние. Вот, красота. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Ведь я вложила столько усилий, чтобы его снять. Буду рада вас видеть на моем канале. Пока-пока!